Джейкоб! Джейкоб, мать твою! Джейкоб, просыпайся уже, хорошая. Джейкоб, проснись. Хорош тебе спать, давай вставай уже. Что тебе, ночи не хватило, что ли? И так уснуть ни хрена не могу. Ты... Чувак. Чё было? Я сам понять не могу. Может быть... Говорю, я тебе ложись на диван, чё лежал на полу-то? Я вообще не помню, что произошло. Чувак, сколько время? 6 утра. Чё, 6 утра? Угу. Окей. Стоп, где мы? Ну, как я понял, мы в доме, прикинь. Чувак, точно 6 утра или нет? Да, точно 6 утра, да. Чёрт, я... Чё-то произошло ночью, но чё-то я не помню. Как я уснул, ты... Чувак... Я не знаю, я... видел, ты стоял такой, потом, короче... резко упал, я не знаю... Тебе плохо стало, стоп. Я тебя будил, а ты не просыпался, думаю, ну... Не знаю, может, утомился. Погоди. Ау. Вчера же ночью эта хрень творилась, я только что вспомнил. Да. Вот поэтому я ночью-то и не спал. Чувак, оно прекратилось со временем или нет? Знаешь, когда эти звуки, они постоянные, ты уже ничего не слышишь. У меня просто уши забились, я ничего не слышал. Чувак, вот нет, это шел. Какая-то хрень, надо... Пошли на станцию обратно. Пойдем надо на станцию обратно. Так, это что? Не знаю. Опа. По-моему, это потолок обвалился, не? Ну, да и что да, такого ниш... тут? Ну, всего лишь потолок, что там может быть? Ну, слушай, я, конечно, не знаю, но... Может, о, да ладно, ты хочешь туда полезть? Нет, чувак, стоп! Блин, я все вспомнил! Вчера же эта херня творилась, смотри! О! Ой, блин, брррр. Смотри. Ай. Это же этот чертов дом, в него зашли, и там вот... Давай домой зайдем, залтик. Окей, ладно, я тебя понял. Давай тогда попробуем сюда залезть. Чувак, я не понимаю, что тут происходит. Какие-то там были наши голоса, ты понимаешь? Угу. Ну тебе, конечно же, насрать, конечно. Да я думал, что у меня это у одного, потому что я столько вина хрепнул. Окей. Слушай, чёрт. Тут довольно-таки высоко. Ты вроде весишь поменьше, чем я. Это я 80 килограмм вешу. Ну, давай. Да. Я тебя давай все, давай без вопросов. Смотри, сейчас я давай. Немного подпрыгну, а ты. Ага. Все, ноги мои. Готов. Возьмешь. Готов меня подкидывать. Давай. Раз, два, три. Стой, отпусти, давай. отпусти ноги. Отпустил. Погоди. Давай, лезь. А, давай. Все. Ой, ну чё там? Чувак, тут чердак. Так, подожди. Мама меня учила высоко прыгать. Отойди. Стоп, давай, уйди, давай я тебе руку дам. Давай. Готов? Давай. Раз, давай. Два. Три, давай. Давай. Подтягивайся. Отходи. Давай. Я залезу. Окей. Ой, надо худеть, короче. Ничего, о. Пыли что-то много. Стой, дай фонарик включу. Рубай. Зажи. Господи. Смотри. Это что такое? Смотри. Кевин. Я вижу, Джей. Винтовка! Ого. Слушай, а это игрушечная, что ли? Ты чё, она настоящая, видишь? Все, давай ничего не будем трогать, просто посмотрим, что тут да как. Смотри, тут какие-то топоры, охотничий нож. Стоп, фонарик, не трать, давай я включу. Стоп, давай. Опа. Она сам включит. Дарт, слушай, давай поиграем в дартс. Ну-ка. Чувак, мы здесь не за этим. Ну да. Это вообще не наш дом. Чё тут, смотри, видимо, тут кто-то реально спал. Подожди. Чего? Показалось. Да я думал там... Неважно, смотри. Неважно. Тут реально кто-то жил, по-моему. Стоп, вот тут еще одна книга такая, которую мы видели, тетрадка. Давай почитай что-то. Давай, отойди.
у меня лучше получается читать, чем у тебя. Нет, давай в этот раз я почитаю, потому что я знаю, как ты читаешь, ни хрена непонятно. Читай. Так, что тут у нас? Дневник. Отлично. Теперь буду разговаривать с бумажками. Видимо, у него тульпа какая-то или типа того, не знаю. Читай давай уже. Поговорить-то мне теперь больше не с кем. С бумажкой, слушай, так я... с бумажкой. Ну, это текст такой, я в аутист не превратился. Всё, а то я думал, ты приехавший. Надеюсь, что хоть кто-то прочитает этот чертов дневник. Хорошо. Представлю, что этот дневник взял в руки человек, а не эти конченые мрази. Стоп. Какие мрази? Слышал? Угу. Он сказал, типа, надеюсь, что в руки взял дневник человек, а не эти конченые мрази. Да. То есть, что было вчера, это не... Но, походу, нет. Все-таки это такие, не наше. Ладно, я даже считаю. Ну что же, как ты мог заметить, читатель, то людей здесь нету. Я видел только, как они все уходили. Куда и зачем, я не знаю. Говорили только, что они голодны, а от обычной еды их выворачивает наизнанку. Это что за хрень? В смысле, от обычной еды их выворачивает наизнанку? Ладно, дальше считаем. Я предлагал им от фруктов до консервов. В итоге ни к чему это не привело. Странно все это. Они и сами не знали, что хотят есть. Короче, в итоге они ушли. Все до одного. Остался я тут, походу, один. Хрен пойми, что происходит, но по ночам вообще... Так, тут страница порвана. Но по ночам вообще не ходи. Ночью сиди дома. Не подавай признаков жизни. Веди себя тихо. Занавесь все шторы в доме. В окно вообще не смотри по ночам. А если кто-то будет стучать в дверь, не открывай. А если будет звать, тем более. Кевин, ты придурок. Чувак. Ну это же не пранк никакой. Это ж... Чувак, ты понимаешь, что тут реально хрень какая-то творится? Да. Да. Господи, Кевин. Ты... Ну... Бля, я не знаю, что творится. Что было ночью этой? Что за... Почему я слышал голоса? Это обосраться как страшно. Твою мать, Кевин, ну зачем? Нет, вот лучше бы я тут один был. Нет, ты пришел еще, вот, тоже захотел поездить. Ой, бля, ну нет, Кевин. Ты понимаешь, что тут хрень творится? А ты тут рыгаешь, пердишь и бухаешь. Чувак, это не круто. Слушай, ну мне кажется, это лучше, чем ты будешь просто вот так вот уныло ходить. Зачем грустить? Ладно, да, я согласен, грустить незачем, но... Чувак, тут какая-то хрень творится. Тут раскиданы тетрадки, где написано, что... Чёрт, по ночам не ходи, там, в окна не смотри. Занавески... Я не знаю. Это какая-то хрень. Ты правда так думаешь? Чувак, это обосраться. Ты слышал, что было этой ночью? Какая-то мразь. Мы зашли на тот сраный чердак. Бля... Ну, это... вообще, я мы слышали, помнишь, когда мы только пришли, ночевали в магазине, мы слышали какую-то хрень со стороны леса. Да, да. Потом мне приснилась какая-то хрень. Точно такое же, что повторилось у нас в этом доме. Это какая-то я херня. Не знаю, я слышал твой голос, я слышал свой голос. Они были искажены, знаешь, как будто их пытались пародировать, что ли, или типа того. Я не знаю, Кевин, это ад, это просто ад. За что? Почему наш сраный поезд уехал? Да потому что ты, блядь, захотел попить! Не попить, ладно. А бухнуть. Раз мы уже здесь, то... Чёрт, надо что-то делать, потому что я не знаю. Чувак, нам надо возвращаться к станции, понимаешь? Да. Чёрт, это может быть... Может звучать как-то нелепо, но, чувак... Я не хочу встречаться с этой хренью, которую мы слышали ночью. Лучше надо взять ружье. Ну, бери. Окей, давай я его возьму, хорошо. Я просто не умел стрелять вообще никогда, поэтому... Джей, я думаю... Чёрт. Чувак, оно настоящее. Да? О, да. Поищи где-нибудь патроны, может быть где-нибудь есть. Так, здесь нету.
Так, я думаю, нам надо взять этот нож, потому что... Не знаю, мало ли что, чувак. Что? Патроны. Патроны? Угу. Настоящие? Ну-ка, покажи. Подожди, я соберу их, тут они все такие раскиданы. Кевин, я думаю, ты возьмешь топор, а я возьму нож, так как у меня уже есть винтовка, а тебе нужно чем-то обороняться. Черт, это так нелепо звучит. Держи. Давай. Готов? Давай. Ловишь? Да. Точно? Угу. Уверен. Держи. Все под ноги кидай. Ну что за человек? Окей, ну, да. А теперь проверим. Проверим. Правда ли она настоящая? Так. Твою мать. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Ну что, может мне выстрелить? Не-не-не-не-не-не-не-не. Только... Хотя, подожди. Давай попробую в десяточку. А, окей, давай. Нет, стой. А может надо? Ну что будет? Ну выстрели, выстрели. А, окей. Проверим. Может она вообще старая? Десяточку, говоришь? Ага. Сейчас, погоди. Руки шатаются. Но знаешь, с оружием себя более увереннее чувствуешь. Да. О, твою мать! О, господи. Блин. Ты выстрелил своим пульсу. Пуль, говорю. Пыль. Ой. Слушай, ну-ка, попал в десяточку. Не знаю, посмотри. Почти. 9.5. Ладно. Хорошо, Кевин, бери топор, я возьму нож. Взял топор. Все, я беру нож. Окей, думаю, они нам не пригодятся. Я очень надеюсь, что они нам не пригодятся. Знаешь, я не знаю, вернется хозяин или нет, но, пожалуй, свет я вырублю. Да. Окей, Кевин, я думаю, нам нужно возвращаться на станцию как можно быстрее. Да, я с тобой полностью согласен, пойдем. Черт, погоди. Ой, извини, пожалуйста. Извини, слезай. Давай, спускайся. Ай, блин. О, Кевин, ну что ж ты за... Давай, подожди. Вставай. Ой, хорошо, все, я нормально. О, я слушай, же говорю... Шторм прошел. Только... Окей, есть. Штормовая погода, это не очень хорошо, кстати. Так, стоп, а откуда мы? Мы выходили с леса, это помимо... Вот оттуда, да? Нет, не оттуда, слева. Кевин, вот оттуда. Мы так и не проверили этот дом, может быть там что-то есть, но, чувак... Нет, после нет. того, как мы зашли вот туда, я уже никуда не хочу. Ну да. Пошли обратно-ка, а? Mm-hmm. Стоп, пойдем, сейчас пока. Точно рассвет 6 часов или нет? Точно рассвет. Окей, потому что это больше похоже на закат. Нет, это рассвет. Так, Кевин. Ау. Ладно, дрова не будем брать. Пошли обратно тогда на станцию и... Черт, окей. Так, солнце должно быть слева, это я помню. Значит, идем вот так. Ну, давай. Господи, Джей, мне кажется, что мы до деревни шли, ну, быстрее, что ли. Я не знаю, где эта гребаная станция? Да не знаю, чувак, что-то... Я уже потерялся. О, вот она. Просто тут лес, тут не видно. Солнце. Я уже устал. Слушай, а давай... Чё? Ну, я забегу в магазин. Зачем? Ну, там вино. Чувак, сколько времени? Так. Сейчас, подожди. Достану айфон. 6 часов. 6 часов? Это мы так долго шли сюда? По-моему, мы даже дольше, чем до деревни шли. Вот я тебе поэтому и говорю. То, что мы шли реально очень так, долго. Так, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал, устинал. Слушай, помнишь, ты говорил про... Стоп, вот я сейчас про это и заметил. Вот. Ты что, поезд ходил? Смотри, тут на... Видишь? Гравий не заснежен. Вот именно. Ты когда мы уходили здесь, здесь был снег. Между шпалами. Да. Что-то это какая-то хрень на самом деле. Я сам не понимаю, что происходит вообще. Стоп, если тут ходят поезда, то все. То есть давай дождемся и все, поедем. Только с винтовкой, думаю, нас не пропустят. Как бы. Но винтовку можно выбросить вон в снег. И все, какие проблемы. Черт, я ставил на ней отпечатки пальцев. Ну да. Ну думаю, ничего, потому что. Мало ли, это же охотничий винтовка. Ну, знаешь, а если этот охотник с этого ружья убил кого-нибудь? А?
Давай без глупостей, залезай, пошли. Магазин и посмотрим, что там да как. Тут вроде как ничего не поменялось или... Да, вообще ничего не поменялось, только вот в этом сне, знаешь, как было? Смотри, я такой просыпаюсь, ты вот тут лежишь, да? Вот тут такой лежишь. Я такой подхожу, ты такой, ты типа говоришь, открой, открой, да? Я такой, готов уже открыть, да? И тут такой, бам, ты лежишь, я такой, смотрю, типа, Кевин такой, оп, хожу. Кевин. Так, ладно. Кевин. В баню. Чё? Это чё? Ты видишь? Подожди, свет в углу, не вижу. Записка. Стой. А она здесь в прошлый раз была? Нет. Точно? Она свежая, она прям прибита, знаешь, на этот нож. Давай я прочту. Ну давай. Ну что там? Что вы тут забыли, убирайтесь отсюда. А если ночь, то сидите и не шумите. Иди. Понятно. А. Так, ты снова читать ничего не умеешь? Я ни хрена не понял. Дай взгляну. Что вы тут забыли? Убирайтесь отсюда. А если ночь, то сидите и не шумите. Ну. И чё за хрень? О, моя любимая. Тинь-тинь-тинь-тинь. Чё, это ни хрена не смешно. Тинь-тинь-тинь-тинь. Ладно, окей, окей. Чувак. Да нам даже свежая записка, ее здесь не было. Тут даже написано, что вы здесь делаете. Убирайтесь, нас все гонят. Чё за хрень? Да вы бы рады только, где поезд? Так. Тик. Вино, вино, вино. Нет, вино ты больше брать не будешь, понял? Почему? Вино, вино, вино. Вино, вино, вино. Там еще вот наверху. Джей! Эй! Ну хорош там стоять уже. Да я думаю. О чем? Слушай, мы не додумались до одной вещи. Какой именно? Мы так и не пошли по рельсам куда-либо. Ай, блин, я даже не знаю, стоит, думаешь? Ну, чувак, естественно, мы выйдем к какой-нибудь станции, не знаю, ой. Уже закат почти что, так как зима сейчас, и время быстрее идет. Я думаю, давай пойдем в том направлении, может быть, и реально выйдем куда-нибудь? Ну, давай. Давай. Не знаю насчет этого, но, блин, это же не единственная станция. Но я не знаю, я, думаешь, понимаю, где здесь поблизости станции есть. Нет, ну, может быть, даже есть эта станция, но ты уверен, что мы будем идти до нее, скажем так, по времени очень мало, нет? Не знаю. А если она через 10-20 километров? Чтобы ну, значит, будем топать 10-20 километров. До деревни же топали как-то, там где-то, ну, километров 3 точно. Ну ладно, давай. Давай, тогда пошли. Блин, а сколько мы уже идем, я уже запарился, ей-богу, а. Ты я тоже. Смотри, только с правой стороны лес что-то прекратился, вот. С левой все еще есть, а вот справа нет. Угу. Это может быть даже хорошо. Опа. Это что такое, дома какие-то? Так, стоп. Я не на дома сейчас смотрю, а вот на железную дорогу, чё? Твою мать. Где она? Чувак, чё за хрень? Чувак. Она поломана. Куда тогда поезда едут? Вопрос хороший. Походу в никуда. Я не знаю, Джей. В смысле? Может... Слушай, может дорога сломалась, может здесь продолжение? А ты хочешь сказать, поезда едут такие, бабах, перепрыгивают и едут дальше? Ну не знаю, ну тут какие-то дома, видишь, ну мало ли тут какие-то железнодорожники живут. Ну, может, они реально демонтируют. Пойдем посмотрим.
Ты что, болеешь? Заболел, да? Да не знаю. Пойдем реально посмотрим. Может быть, там реально какие-нибудь рабочие. Может, они дорогу пока ремонтируют. Окей, давай. Знаем хоть. Может, они пришлют какую-нибудь там вагонетку или что. Чувак, смотри. Опять эти когти. Твою мать, тут везде когти эти. Знать бы, кто их оставляет. Окей. Ну что? Опять, походу, как все рабочие, наверное, они сидят и бухают. Ну, ты чувак, обычно, тут, по-моему, вообще нет людей. Да, конечно, дверь открыта. Смотри, Кевин. Ну, конечно. Закрываем дверь. Слушай, ты вруби хоть фонарик, ни хрена не видно. Да нет, всего вроде видно. У меня куриная слепота, если ты не помнишь. Окей. Так. Смотри, тут куда у нас пойдем? Три двери. Куда пойдем? Направо пойдешь, смерть свою найдешь. Ну, пошли. Налево сюда. Найдешь. Твою мать. Джей. Я ж Ну. В принципе, да, смерть в туалете очень возможно. Пойдем теперь. Пойдем налево. Налево богатство свое найдешь. Прямо пойдешь, не видишь. Стой, чувак, ну что мы делаем? Это вообще без меры предосторожности. Давай я хотя бы винтовку возьму в руки. А. Ну, ладно. Что там? Первый. Я так и не успел. Посмотри ящики тогда, не знаю. Чё, тут какая-то хрень обитает, а мы тут ходим без всего. Книга... какая-то книга. Чё там? Опять типа, о, я ухожу отсюда, да-да-да, всё такое. Ну чё там? Ничего нету. В смысле? Книга пустая. Понятно. Окей, так... Может, оставишь, будем использовать как заметки, если что-то не так пойдет, не знаю. Давай я ее пока вот здесь положу. Окей, на полу. Ну что, открываем? Да. Смотри, это какая-то что у нас? А, ну да, типичная штука. О, смотри. Микроволновка. Еда. В микроволновке есть еда. Что? Где это? Где, в смысле? Вон, в микроволновке. Там ни хрена нету, Кевин. Я пошутил, Джей. Ха-ха, вот это шутки. Чувак, у нас и так еды пока что нормально. Хоть с голоду не сдохнем. В смысле, у нас нормальная еды, я взял уже много консерв. Давай посмотри вот эти шкафчики, я пока окно открою. Стульчики. Фу. Чё там? Гниль какая-то, тут мухи. Фу, ты тут. Так, что за... О! Чё? Нашёл баночку с едой. Да? Угу. Чё там? Томатный супчик. Томатный супчик? Ага. Фу, ты не открывай эти ящики, там гниль. А здесь чё? О! Чё? Сырая говядина. О, может, в микроволновке пожарим, а? Тыквенный пирог. Картошечка и... Слушай, я чуток пожрать хочу, поэтому давай-ка достанешь и... Мясо хочу. Достань мясо и давай пожарим в микроволновке. Ты уверен? Ну давай, да. Ну давай. Положил? Угу. Давай запускай, если звонок работает, то... О! Во, смотри-ка. Давай здесь останемся жить. Ха-ха! Не, чувак, как мало ли хозяин придет. Ну, смотри, слушай, давай сюда мясо, я просто жрать хочу жестко. Давай. Так, погоди, я все двери надо, чтобы закрыты были. Да мало ли чего, хрень. Давай, я на пол уж бросать не буду, на стол. Держи. Пожрали и пошли дальше, посмотрим, что. Ладно, пойдем. А то мало ли, мы же не все обведали. Я возьму в руки пока что топорик, потому что. О, как дикий человек. Ну, все окей, очень смешно, очень смешно. Так, ну ладно, здесь с этим домом все ясно. Слушай, а вот по-моему, потемнело немного, не? Я не знаю. Ну слушай, в принципе, если настанет ночь, то вот дом, пожалуйста, чем-нибудь. Ну, в принципе, да. А, нет, я, конечно, боюсь, но мне интересно, что за дом с этими шипами хреновыми. Давай посмотрим. Там... Аборигины какие-то же. Слушай, давай я тогда винтовку возьму, а ты откроешь дверь. О, стоп, да. Смотри-ка. Твою мать. Тут все снегом замело. Замело, да. О, смотри, лопата. О, ну-ка. Видимо, реально рабочие жили. Че, возьму? Ну, конечно, давай. Че, я, блин, не умею, не люблю копать. Давай копай. Все? Ну,
Хрена ты? Да. Тебе в могилы копать, чувак. Очень смешно, Джей. Окей, все, я беру винтовку. Давай. Ты готов? Сейчас прицелюсь, погоди. Давай. Раз, два, три! Твою мать, это ж... Чувак, что за хрень? Это что вообще? Чувак? Ты уверен, что мы должны зайти туда? Давай посмотрим хотя бы. Заходи. Да, да, ты не пихать меня, дай зайду. Давай. Чувак. Да вообще что, нормально, нет? Чувак. О, господи, это что, труп, что ли? Это скелеты. Да я понял, что это скелет уж. Не подходи к нему, он пахнет. Слушай, а что здесь стоит свечка-то, скажи мне? Не знаю. Твою мать! Это что вообще? Может, это... ветер? Нет, ну... Чувак, это ни хрена не смешно. Да я и не смеюсь, как бы, Джей. Кто там? Придурки! Чувак. Я боюсь. Слушай, ладно, я... нет, это, конечно, понятно. Да, скелеты, скелеты, конечно, это очень смешно, ха-ха-ха, но... Что они, твою мать, здесь делают? Да причем, чувак, они довольно-таки это... долго, значит, здесь лежат. Идея, наверное, плохая, но давай попробуем зажечь эти свечи. Чувак, я только сейчас понял, что эти свечи, знаешь, как пентаграмма. А, ты имеешь в виду ритуал какой-то? Да я хрен знаю, что я разбираюсь в ритуалах. Какая-то... Это я, спокойно, спокойно, спокойно. Чувак, ты хорош. Что ты делаешь? Ну ты реально конченый. Чак, нахрена нам это все? Ну... Блин. Слушай, может... Что? Да не знаю, чувак, ну как бы... Свечи и все такое. Ну... Подожди, я почти закончил. Ё-моё. Тут слишком ярко становится. От каких-то вот свечек. Как свечи могут так светить? Ё-моё. Ну ладно, давай дожги последние и... Ха-о-о, ничего не произошло. Сатана, сатана. Чувак, это нихера не смешно. Короче, ладно, пошли уже отсюда, а? Всё, пошли. Чё ты там? Чё за хрень? Ты чё сделал? Ты... Чё я сделал? Смотри! Какого чёрта ночь стала? Твою мать. Чё, скажи, что это совпадение? Типа, время суток, да, быстро меняется? Это блин, я в яму попал. Подожди. Ой, я вылезти не могу. Кевин, залезь сюда. Твою мать, что за хрень? У тебя лопата, раскопай снег. Чё, если залезть не можешь? Уверен? Ну, да, ладно. Туши все свечи. Не буду. Сам тушу. Мама меня учила быть трактором. Иди сюда, я прокопал. Джей, Джей. Что? Нихера не смешно. Ну блин, давай, ты, давай поиграем в снежки, Джей. Чувак, ночь! Да, ладно, 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 все. Выбрасываю снежки, все. Смотри, вот что вот это такое, вот? Ты понимаешь, где? Какого хера тебе смешно, когда тут какая-то комната, какой-то дом с трупами... Не трупаки это, ладно, скелеты. Ладно, они уже давно разложились, все, это не трупы, окей, допустим, но... Ну? Свечи какие-то, ни хрена не смешно. Давай пойдем посмотрим, что... Ты уверен, мне кажется, это вообще что? Смотри. Это типа пещера, что ли? Не-не-не, я туда не пойду. Не-не-не, Джей, не-не-не-не-не-не-не. Окей, тогда туда сам пойди. Нет, Джей, я пойду с тобой. Включай свет, блин, ты чё, правда собрался в эту темноту? Так, я искал фонарик, алё. Давай, пошли уже в фонарик. Ты когда-нибудь был в шахтах? Нет, чувствуешь, пахнет сыростью.
Ну, конечно. Капает что-то. Слушай, я тебе скажу, тут даже, по-моему, чуточку теплее, чем на улице, не? Ну так, знаешь, чуточку. Не знаю, давай ты... Смотри, это что, уголь? Где? Вот. Я не знаю, я не работал шахтером, это ты у нас... Я прям работал шахтером, да? Ты же учился на шахтера. Чё хрень несёшь, пошли. Ну что, это вообще нефть? Нефть жидкая. А, да? Блин, я думал, она твёрдая. Смотри. А чё? Какие-то завалы. Приехали, всё. Дальше ветро не едет. Смотри, там кирка, видишь? Где? Это чё? Ну, ветер так по шахте гуляет, такие звуки создает. Да. Смотри. Блин, кирка прям в том месте, где... Ну, как бы... Ладно бы она тут была, можно было бы этот завал раскопать-то. Может, я смогу пролезть, отойди. Как ты тут пролезешь, дебил? Ты жирный как... Пошли уже. Ладно, ладно. Слушай, чувак, у нас какая-то хрень творится непонятная. Какие-то... Блин. Ну поезд. Там же нет рельс. Твою мать. Я не знаю, ну, может, реально, хотя нет. Там и нет рельс, куда поезда едут? Он же в эту сторону и поехал. Что за хрень творится? Творится. Ритмы в шахте. Так. Тихо. Нахер пошли отсюда. Нахер, валим. Заткнись. Валим. А, Джейб. Давай, выбегай. Нахер. Валим отсюда, короче. Чувак, в дом. Ой, блин. Давай. Ты слышал? Закрывай. Закрывай, придурок. Так. Чувак, там был звук. Я батарею. Чувак. Так я сейчас дай. Я присажу. Нет, ну нахер, после такого дня я обязан выпить. Пей. Ладно, сам выпью. Чувак, ты вообще не понимаешь, что происходит. Понимаю. Ты слышал звук? Должен... Это такой, да слышал, же, блин. Такой же звук, как в том доме был. То есть такого же существа. Давай выпьем, а? Который час, скажи? Я... Так. Вверху справа. 23:59. Чё? Мы ночью, что ли, ходили? Ну, походу, да. И вообще, у меня садится уже батарея. Сколько у тебя процентов? 10. Охренеть, 10%. Чувак. Какая-то хрень. Окей. Так, я предлагаю, я не знаю, ну, на ночь идти, это, думаешь, нормально? Чувак, ты... Еще скажи, да, еще... Еще постучат нам в дверь, да? Правильно, конечно. Ты очень хорошая шутка. Я сделал вид, что я тебе поверю уже. Конечно, ведь кто-то там постучал, конечно. Твою мать! Все, так. Че, поверил? Это ты стучал, что ли, дебил? Нет. Ой, Джей, очень смешно, а? Пошли, нет. Твою мать, нет. Никого там нет, Джей. И открывай ты дверь, дебил! Очень смешно, я же нет! Открою, Джей. Заткнись. Чувак, ты реально не понимаешь, в чем ситуация. Ты реально отбитый на голову. Я открою дверь, Джей. Только попробуй. Включи свет, я ни хрена не вижу. Джей, включи свет, мне страшно. Джей!
Ладно, я открою дверь, я ничего не вижу, включи свет. Придурок! Фу. Ты как? Давай ты... откроем. Застой, ты долбоёб! В смысле? Ты конченый, ты, под... ты подвергаешь нас опасности, идиот! Я ты... открываю. Ты конченый. Ой, что-то горло першит. Я... Ты, походу, реально не понимаешь, в чём си... Так, это был не я, и точно был не ты, потому что я тебя видел. А кто это вообще? Так включи свет, Джей. Погоди, фонарик. Чувак, это ни хрена не смешно. Так, я бегу обратно. Очень смешно, я же открою, Джей. А? Ты что-то говорил? От... Нет. В смысле? Да хватит меня пранковать. Да не я это был, я тебе серьезно говорю. Ты реально не понимаешь, в чем сидит. А... Очень смешно. Конечно, угу. Свались, ты что, не помнишь, что прошлой ночью было? Меня, а... конечно, отбило память, но не настолько. Но я не знаю, я же пил. Не, обязан выпить. Налево. Чувак, это нихера не смешно, понимаешь? Так, давай я вот тут где-нибудь сяду. Вот так вот. Может, я в холодильник залезу? Ты идиот! Ой, я от страха. Да хера ты нас выдал, идиот. Нет, нет. Ну нет. Твою налево. Что происходит? Тихо, ты ее по окну стучал. Тихо. Не открывай. Я не собирался. Черт, чё я сижу тут? Как? У меня же есть ружье. Ты дурак совсем, что ли? Чувак, все. Меня это задолбало. Честное слово. Джей, нет, я никогда не вижу. Все, сиди здесь, а то... Я не знаю, что это вообще. Вот и увижу.